Возьми девушку, возьми патрульку и светишь. Ты снайпер послушаешь. Так, куда не пойдем, там это мой билет. И там он, видишь, стоят. Я первый. Вон засекан на той стороне. Пойдем. Да, мы же держите. А? Не стреляйте. Слушай, ну аккуратно. Это за забором он там, забор, там вверху. Ногу промочил, вот так вот вступил, а там лужа была. И через 5 лет пошел. Не, плохой бэкс, я тебя буду удерживать, потому что я не покажу. Ну, ты смотришь куда, я тебе буду показывать, куда идти и держать его. Это хороший бэкс. Мы здесь работаем, пока камера не хочет, правильно? Ну что, какая-то. Банка. Аккумулятор, банка. Аккумулятор, то, что мы здесь работаем. Thank you.
не надо ни одного слова. Если это прострела, откуда? Вот оттуда что ли? Вон по крыше махнулся снайпер. Вон да там он еще такие снайперы. Да ты че? Помнишь, что они, да. Если там были снайперы, они все перещелкали нахуй. Спецпра, кто только посвятил. Ты хочешь сказать, что здесь вот спецпра, они все перечелкнули давно. Ну да, что только посвятил, я не сказал тот самый. А что там? Что на здании? А. Вот это что на здании? Администрация. Чего? Ну, административное здание, я не знаю, там. Ваня! Кем она контролирует? А, Академия наук, там исторический какой-то писал по истории. А что, ни у кого нет ночного видения? Тепловизоров ни у кого нет? Ну, и фонарками высвечено. Нет, нет. А это наш новый оператор «Спина ТВ» из Москвы. Нет, там в комментариях просто пишут. А это что за парень с русским акцентом? Вот русским акцентом еще. Прости, что меня там Нет, вода пошла, вода мёртвая. Я пока ещё промок не хотел, 10-15 мороз.
Ну, и гранаты кидают тоже. Эти светошумовые. А они на огонь кидают гранаты? Нет, огонь они кидают, ну, светошумовые газы. Я имею в виду, они на огонь кидают? Нет, нет. Не ну, вблизи. Ну, там, где огонь, они ориентируются на огонь. Куда, да. То есть, на свет. Свет. Ну, на свет, на свет. Они отдают так себе. Самое интересное, что они на этих гранатах вложили всякие винтики, жирочки, что-то. Они могут. Осколки были. Только по поражению. Поближе к этому ходу водомет. А, это вода. Два водомета. Видишь, плохо. Мы стоим в воде. В воде стоим. Да, у нас. Иди или помогай, или отдай людям, будут люди делать. Пойдем туда. Да ну, там вот сейчас водомет. Что ты делаешь? Они сейчас оттуда кидают это самое. Сюда пойдем. Как коктейли. Пойдем. А эти вот вещи, давай надо будет кидаться. Артур Сок, да? Не заболею, лечусь бальзамчиком закарпатским, травяным. Вон пишет, оператор заболеет сидит. Да нормально. Thank you.
Имя есть? Да. Класс. Отлично. Ты слышишь людей? Ты людей светишь. А? Людей светишь. Много. Нет, не надо. Они видят. Они видят, но они стоят в этой стране. Они же вот стоят. Вон стоят. Вон там эти шипами. Они все видят. Никуда фонарь не сразу.